Вы на канале Кэтсунэко, а мы продолжаем. Ну, давайте я нажму сначала прут. Вы посмотрите то, что сцена будет такая же, как и там. Вот они к пруду подходят. Тра-та-та. Диалог тут читать не буду. Вот, поймали Тио. Загружаемся с сохранения. Это я нажал L1. Ой, точнее, LR, Select и Start. Сброс игры, типа Reset. Работает на многих игрушках. Вот. А где, кстати, это у меня? В общем, зашибись, я вам показал этот лесной... Не лесной пруд, а лесной бор этот, блин, со здоровым деревом. Я же на пруду-то не сохранился ни хрена. И пришлось опять перепроходить до этого, чтобы, короче, пещерка была у меня. И опять на пруду сохраниться. А прикиньте, короче, я понял, почему идет вот эта вот развилка, либо пруд, ой, либо локация с деревом, либо локация с подземельем, с пещерой. В общем, это влияет не на время игры, то есть, как писал автор, русского прохождения, ой, русской локализации Бугермен, то есть он писал, типа, вот второй раз начал проходить, просто быстрее, как бы дошел до этого места, и вот появился, у меня появилась локация пещера. Но прикол в том, что я, короче, вычислил, как дойти, как сделать так, чтобы выбрать либо пещеру, либо вот это большое дерево. Вот я вам сейчас сохраненку включу, быстрый сейф. Вот здесь, если те права выберете, у вас будет большое дерево, то есть бор. А если выберете Таня права, то у вас появится вот эта вот пещера. Вот в этом-то весь и смысл. Так, вот и приколы вылезли с этими, блин, быстрыми сейвами, сохранениями, загрузками. Короче, я сохранился, чтобы вам показать, да? И помимо того, что загрузилось то, что я вам хотел показать, и слетели вот сохранения на данный момент, которые я сделал. То есть вот этот быстрое сохранение, быстрая загрузка работает так, что они меняют даже вот эти сейвы, которые я внутриигровые делаю. Прикиньте. Вот такая вот фигня, так что учтите этот факт. Я уже, наверное, третий раз этот пещеру эту прохожу, блин. В общем, давайте поехали в пруд, наконец-то. 58-й попытки, блин. Уже запарился проходить одно место по 100 раз. О, нет. Они схватили сестру. Прости, Фрон, но они меня связали. Быстрее, Барамбат! Хватай его! Нам еще нужно успеть вернуться в гостиницу. Лучше делай то, что она говорит. Не то, говорить буду я. Отдай нам эту девчонку, а мы развяжем твою подружку. Все просто. Барамбат? Ботинки у них прикольные. Такие. И у Фрона тоже. Давай же, шевелись, чего ждешь? Тебе же нет до нее никакого дела. Что будем делать? Фиг тебе, а не чита. Согласен на обмен. Вот здесь идет еще одна развилка, которую я понятия не имею, что будет, если выбрать. Ну, в принципе, я даже не знаю, выбирал. Действия проходили те же самые, но диалоги были разные. Давай сначала покажу вам фиг тебе, а не чита. Но потом поиграем и посмотрим, что от этого изменится. Но мне кажется, ничего. По-моему, вот именно от этого диалога. Я точно не уверен, но давайте попробуем. Первый выбрать. Что? О чем ты говоришь? А как же я? Нет, так не пойдет. Нямурдар! Какое-то заклятие прочитал, что ли? Вот невезение, да? Похоже, твоя магия слабовата. Ха!
уйди с дороги. Отойди. Тиа, Барамбат не проигрывает. Что? Как ты? Надеюсь, у тебя есть план. Барамбат не проигрывает. Пау. Все, утопили. Мистер злодей намок. Пойдемте в Мамберию. Ты не сказал Мамберия? А что такое? Много людей, безопасность и уют? Эти большие города. Надеюсь, эти двое были последними препятствием на нашей дороге. Вот что, давайте-ка пойдем отсюда, пока есть шанс уйти. Так, вход в лес. Давайте посмотрим, что за вещи. Вот амулет мы хотели дать Тие, да? Так, случайно вперед не нажать, блин. Давайте оденем. У нее кольцо защиты есть. Защита, но в принципе, блин. Давайте лак. Лак это круче, чем защита. Хотя бы и защита ей тоже не помешала бы. Ладно, пусть будет так. Так, у Фрона есть вообще что-нибудь? А, ну, давайте тогда Фрону защиту. Чё ж пропадать, да? Кольцо защиты. Так, из вещей все у нас, да? В принципе, деревянные стрелы. Это у нее железные одеты. А, давайте сохранимся. А, вход в лес. Серия подошла к концу, а мы услышимся в следующей. Джане!